Ну что, приветик, мои дорогие. Как вы видите, мы находимся возле магазина «Костка». Это большой магазин для больших семей и для бизнесов. И любимый магазин Алекса Брежнева, над которым мы все время смеялись, когда он рассказывал про ужасную жизнь в Америке. А теперь многие с этим столкнулись, что происходит на самом деле. И реально жизнь здесь сильно ухудшилась. Вот, да. Сейчас пойду, схожу вовнутрь и скажу вам, что почем стоит. Пройдем, сравним цены. И я вам все расскажу. Ну что, ребята, мы зашли в Костко. Вот моя карточка, которую я уже сосканировала. Куча всего. Не знаю, что смотреть, цены чего. Я знаю, что когда Алекс ходит, он еду смотрит и цены на всякие разные товары. Ну, давайте посмотрим что-нибудь. Вот машинки стиральные. Так. Тут, наверное, два. Это стиралка и сушилка. Вот, вы знаете, что в Америке они загружаются сверху вот так. Это для больших семей. Заходишь и бэм. А некоторые вот так открываются. Ну, как у вас. Ну, обычно чаще всего вертикально. Но самсунговская цена бешеная. Телевизоры, холодильники. Знаете, наверное, подешевле. Ой, подешевле. Хотел сказать подешевле. 1950. Но этих фронтальная загрузка. Фронтальная загрузка более дорогая. Вот стоит эта печка готовить. Сколько стоит. Холодильник есть дешевый за 299. Эти даже я не знаю почем. Холодильники. Какие-то наушники Sony по 399. По-быстренькому проскочим, потому что у меня куча дел. Телевизоры по 1800, 1559. Есть маленькие по 599. Что за бренд? Sony. И Samsung 429. Дофига тебе. Так, давайте, может, на Apple, до Apple дойдем. Это колонки какие-то. 499. LG 894. Ну, такая маленькая какая-то. Даже таких маленьких не помню. Чтобы были. Цену не вижу, не знаю, почем. Так. Ну что, дернем на Айке. А во-первых, знаете, что говорили мне люди, что появилось золото-серебро в слитках в Костко. Вот мы сейчас и проверим. Некоторые... Это золото-серебро. О, какой-то красивый кулончик за 299. Надо, наверное, прям прикупить. Такой прям интересный кулончик. 18 инчи, 14 каратов. Цепочка такая. Браслет золотой, 799. Это у нас эти здесь носят их, как их? Индуски. Вот такой с бриллиантами, 799. Знаете, инвестирование, ребятки. 279. Ну, я слитки. А то мы сейчас увлечемся. Вот черная с жемчужиной, какая прелесть. 749. Это все с жемчугом. Тут всякая блестящая. Эмералд. С изумрудом, ясно? Изумрудом. И кольцо с изумрудом 1114. Мне отсюда запускать нельзя, я отсюда не уйду никогда. Это же инвестиции еще к тому же. Видите, как красиво. Рубинчики. Так, ну мы смотрим не это, ребятки. Мы смотрим с вами. Это все бриллианты. О, какие бриллианты. А, есть ли слитки? Это, конечно, всякие разные часы дорогие. Вот. Слитками что-то я не вижу. Говорили, что прям слитки стоят. В этом отделе, где драгоценности. Может, еще один отдел? Нет, на другом отделе нету. Только этот. Угу. Ну, что?
Где слитки-то? Ну, американцы сняли уже, что были слитки. И они их этот. Ну, снимали, как они их покупают. И именно в этой секции, где эти самые, где джурлы. Какие-то такие часы, что-то большие какие-то часы. Только я вообще не разбираюсь в часах, ноль. Смел. Слитком не видно. Так, телефоны. Это мой T-Mobile, которым я работаю. Работала, пока не уехала. Так, Samsung Galaxy 450. Galaxy, Galaxy. Что там с айфонами у нас? Айфон. Ага, 15-й. Обычный, базовый, 128, 829, вот он. Так. 15-й Pro, 999. Вы знаете, я сравнила, подруга мне попросила узнать цены в Америке, я сравнила, и в Америке дороже. Даром, что санкции-то у нас санкции, но в Америке на все эти телефоны, вот Pro Max, ну, грубо говоря, 1200, да, еще налог сверху прикрутят на это дело. Плюс 929 в России дешевле. Yeah, what's the financing nowadays? If I will bring, no, I'm not gonna turn. I'm gonna keep my old phone, which is 8S plus, I believe, mine. What's the best deal right now for financing wise? Well, if I get the 15 one. All the financing is the same. It's zero interest, zero annual rate over 24 months. So whatever the price of the phone is over 24 months. But I already the customer, right? So I'm already the customer of T-Mobile. So this is a new contract. Ah, it's not, you don't need to renew contract. You're just buying it, the financing is 24 to 25 per month. 24 months. And then if you do regular iPhone 15, it's about $30. And the biggest one, the Pro Max. The Pro Max is $50 per month. $50 per month. But then we would do a Costco card. Do it here. Uh-huh. It's $100 Costco card, and we waive your upgrade charge. Ah, there's upgrade charge. Yeah. All right. We waived it for you here. And will be able to help me to transfer my pictures and files? Yeah. You I don't have any inventory here. Everything is shipped to you. When you receive the phone, you take it to a store, and they do everything for you. Ah, I see. Okay. But the phone will come. Yes. So you think the better deal is to come and do it through Costco than do it of in course. The store? It's better. Right, and if titanium is it? I guess the titanium is the most popular right now. The titanium is the material, and then they have the colors. The colors. So they have the natural titanium. This is the color. Uh huh. They have blue, white, mm-hmm. and black. So it looks like a titanium. It looks like a silver, right? This basically. One is, yeah. This one is titanium. It looks grayish silver. Uh huh. But the price is the same. And are they in stock? If everything is shipped, but no wait in line. You just purchase it and within like a week or so. 2-3 days. 2-3 days. Yeah, 2-3 business days. So there's no because I remember when they just came out, there was no titanium. It was impossible to get. Yeah. Got it. All right. So since a customer, I guess Costco will be working better for me. Yes. Awesome. Yeah. And you're here all the time? Yeah. Let me give you my card. Sure. Yeah, because I'm shopping for the best deal. I know time for me to change the phone. This is the best place to do it because if you go anywhere, it's almost $40 after the taxes for the upgrade chart, and you don't get a Costco card. So $100, and you can buy anything in the Costco card. Costco. Ah, I see that. So the Costco deal or it's a T-Mobile deal for T-Mobile inside and of Costco. Costco. Yeah. So they're trying to make customers to buy here through Costco. Yeah. Fantastic. All right, we'll get back. And do you have any iPads as well? Yes, we do. Same thing. We order it, whichever model you have. Mm-hmm. If you activate the line with us, right now I have a $230 off. But activate the line for the iPod. Yes. But what if I don't want? I just want to buy if you the don't iPod. Want, you can check right here. Uh-huh. They have the iPod, and you can always buy directly through Costco instead of through T-Mobile. Uh-huh. They have the different options. These are the Wi-Fi only ones, mm-hmm. and you just buy it through them. But they already have theirs marked down and everything. All right, so the Costco will have their own discounts, yes. right? Mm-hmm. But if you do the math, typically, even if you buy the service with us, we give you $230 off. It's very similar, but you get service on ours. Okay, and but the service you need to pay extra for the service, yes, so right? Normally, it's $20 a month.
But if you take the 230, it's almost half. Oh, I see. How much is the Pro? This one, the Pro, I think is... 9.9. This is without the service, it's just if you buy directly to Costco, right? Yeah. And there's no any gift card for $100 or so? No, so normally it's that price, but Costco automatically... Ah, the $100, so Costco is giving a $100 discount. Mm-hmm. Yeah. And this is Pro, and this is Pro Max? It's the bigger size. The bigger size, the same one. This is a 11-inch. And it's a 6.49? Yes. So this one is 6.49, right? Yes. Mm-hmm. Maybe this is the deal, and $100 minus, right? Yeah. Mm-hmm. And the other one, this is the Air, right? Yeah. This is the Pro. Cute. All right, I will have to get new this and that. My both iPad and iPhone, like way outdated. I waited for 15 months to come out. Yeah. So, yeah, good deal. I will come back, definitely. I took your card. Okay. Are you here every day or sometimes? Most of the time. Do you want my phone number? Is it in the card? Yeah, would you please? And then you can shoot me a message. Yeah. And then you can see if I'm here or not. Right, I live next door close by, so I can come definitely. And this is my number. Shoot me a text message. Mm-hmm. And then I can always coordinate with you. Sounds good. Perfect. Thank you so much. Bye-bye now. Ну все узнали, да? Через Куска, походу, телефончик выгоднее взять. Потому что телефоны здесь со скидкой получше дают гифт-карту на $100 вот этого Коста. Так что можно тут купить. Слушайте, я не Алекс Брежнев, я не собираюсь тут целый день выхаживать. Вы знаете, что я супер есть хочу. У меня сейчас сын придет в занятие, и мне надо его кормить. Поэтому сейчас мы, знаете что, быстренько купим еды с вами. И побежим по домам. Кстати сказать, если меня спрашивают, почему я до сих пор еще в США, хотя дочка уже замуж вышла, я жду, когда сын закончит семестр. У него сейчас там финальные всякие экзамены идут. Вот, и он будет ждать результат экзамена. В общем, в конце мая, по идее, должны закончиться у него. Есть ли мускатик мой любимый? Сейчас сравним. В России была по $9 бутылка. Итальянского муската. Сейчас мы глянем, если есть. Что-то так есть хочу. Тут пахнет едой. Что-то наготовили они. Прямо заголодала. Надо было поплотнее завтракать. Так. Розе шампанское. За $4. Вообще, что ли, с ума посходили. Так, давайте проскочим. 19. Я говорю, мне такой калифорнийский. У меня такое впечатление, реально, что этот... санкции, греческое какое-то, санкции на это самое, Каберне, Вашингтон, $15, наложили на Россию, на Америку, потому что цены такие, как будто тут санкции какие-то, там еще есть, сейчас глянем, вот эти шампанские, может иногда где шампанское бывает, мускатики, мимозы какие-то, ой, муската дасте, вот, вот. Ну, чуть дешевле, ребята. Это, наверное, итальянская тоже. Смотрите, 7.99. Там было... Ну, Kirkland, это же бренд самого этого. Ну, что-то совсем нечестно. То есть, не натурально итальянская. Может, сделано в Италии? Ну, Kirkland, это, значит, бренд самого вот этого 23-го года. Блин, сейчас алкоголь, смотрим, содержание алкоголя. Ну, 5%, наш вариант, да. 5-6% это то, что я пью, берем. А вот розе у них тоже есть. Сейчас розе глянем про содержание. Просека розе. 11% алкоголь мы не берем. То есть Юля пьет только малоалкогольно, а вот 5% это мой предел. И, хоть бы еще не упиться от 5%. Я знаю, что это как бы пиво. Цена пива, так вот, шардоне 14.39, чону, наверное, местное какое-то, сейчас глянем. Не. В основном аккаунте, подождите, в основном аккаунте. Калифорнийская, что ли, что не написать? Санта-Роза, Калифорния, ну как я и думала. Если калифорнийская. Ну хотя бы мускат. Но непонятно, почему он
собственно, итальянский якобы, при этом бренд на нем этого, как его называют, господи. Так, а куда моя тележка делась тогда? Я положил бутылку, чтобы тележку не утянули. Надо себе тоже положить бутылку. Сейчас мы дальше проскучим. Ага, так. Почему как бы бренд этого Коска висит на итальянском? Так, разы 15 долларов. Ну, не знаю. Как бы, да, это этот, в Америке получается 8 долларов, там было 9 долларов, но там было реально итальянское с каким-то там местным итальянским брендом Мускатик. А здесь, извините, бренд этого Коска. Это не местный итальянский бренд. Ну, и тут 9 долларов, это под санкциями, тут без санкций. 8. Нью-Зеланд, Новая Зеландия какие-то. Вина. Что продают? Савиньон Бланк. Каберне 11 долларов. Ну, дальше все это неинтересно. Я, ребята, люблю... А, вон какие-то эти... Давайте сейчас Бейлис посмотрим, почем. Я люблю только сладкие. И вот мускат 5%. Это вот мой вариант. Для моих подружек в России тоже, смотрите, этот, ну, типа Бейлиса. 13% алкоголь. Это Бейлис. Нет, это не он. А где он? Вот он. 12 долларов. Но не у Бейлис назвали, они назвали Irish Country Cream. Но на самом деле это обычно Бейлис. Так, еще есть маргарита. Вот такая для коктейлей. Так, есть ли еще мускат? Или вот это единственное? Раньше был выбор муската. Такое, розовое и всякое. Один-единственный мускат я нашла. И тот Кирконда. Что-то как-то печально. Никакого. Бывали, знаете, с персиками разные. Бутылки такие красивые были. Виногрыжья. 12 долларов. Что, санкции наложили на Америку, что выбора нету? Ни мускатов, ничего. Не знаю, что это за вино. 13 долларов. Белмуна какая-то. Так, а пинонаиры всякие. 40 долларов. Я вообще не люблю, ну как, очень мало пью алкоголя. Майот 43 доллара, майот шампанское. Вот, я вот по мускатам. По мускатам. Кто-то тут что-то взял. Мимоза. Тоже Kirkland, это их бренд. Так, это дорогие какие-то. Все. Что, больше нет муската? Вообще, розе. Розе 7,99. В принципе, розе тоже может пойти вместо муската. Давайте посмотрим процент вина. Нам надо посмотреть. Это алкоголя. 13%. Не наш вариант. Все, что выше 5%, мы не пьем. Ну, то есть я не пью. Хотя, вы знаете, у меня хейтеры, да, появились. Наверное, стало популярно, у меня появились хейтеры. Эти, короче, хейтеры пишут, что у меня пропитый голос. Вот при этом все, что я взяла, это мои несчастные 5% мускатик. А у меня дочка тоже любит, может, мы его и выпьем. На подходящий день Memorial Day Weekend у нас идет. Это день типа памяти всех ветеранов. Так, арбузы по 8 долларов. Были по 5 год назад. Что-то цены-то повысились. Так, ну вот это помидоры и так далее. Ну, наверное, на возьму. Вот 4,85. Помидоры вот такие, камри, я их люблю. Берем. Так, что еще есть? Какие-то недозрелые. Ну, органические. 8 долларов такая упаковочка. В принципе, пахнут помидорами. Так, авокадо. Авокадо, кстати, неплохие. Но что-то совсем твердое. Ну, еще... Ну, не, авокадо возьму, ребята. У меня сын любит, знаете, я делаю эти, как их, тосты с авокадо, намазываю авокадо сверху. Так, поскольку мы ходили уже в Trader Joe сегодня, но купили уже там всего, чем я ходила. Чего я не купила? Я не купила огурцов. У меня проблема с огурцами. Вообще, огурцы здесь гамнистые, хочу сразу сказать. Это вам не в России приличные огурцы.
полное дерьмо. Даже если на них написано органик, и даже если они на вид похожи на огурцы, вкуса ноль. Тут вот уже органик написано, $7 вот за 3 огурца. Вариантов нет. Я думала, здесь куплю маленьких огурцов. Ну, они, маленькие огурцы здесь еще хуже, чем маленькие. Кстати, продают, а вот эти кончики, они уже такие тухлые, ну, уже мягкие. То есть, у меня такое ощущение, что этим огурцам уже хрен сколько лет, и они долго не выживут. Вот это более-менее, но огурцы надо. Вот это вся фигня, которую здесь продают, вот это вот все, это просто отрава. Натуральная трава. Посмотрите ингредиент. Так, ребята, вот берем органическую клубнику. Смотрите, какая она маленькая. Маленькая пачка. Конечно, это $6, но пачка маленькая. Раньше были по $6, но большие. Глядите, значит, на черешню. $10. Раньше это черешня, красная цена была $5 черешня. А теперь это $10, и вариантов нет. Придется ее брать. Придется ее брать. Так, возьмем сейчас черешню, возьмем клубнику. И надо взять виноград. Так, это мы все берем и несем в мою тележку. Писец, как холодно, просто чокнуться можно. Можно чокнуться. Раньше такого не было, тоже все продавалось в холодильниках. Сейчас они завели вот такой холодильник. И они, видимо, хотят, чтобы люди просто заболели и повымирали. Потому что холодно, писец как. Так, надо взять эту. Это надо взять. Даже не смотрю, почем. Знаю, что дорого, но вариантов нет, надо брать. Там такие-то скуши. Это я по-быстрому пробегаю. Ребята, холодно так, что можно чокнуться. Виноград по 8,95 вот такой. Угу, красный. Блин, сейчас умру, холодно, писец. Представляете, заходить в холодильник. Как не заболеешь, когда, это, например, жара, да? А потом вы заходите в холодильник, и в холодильник, и тут просто ледяная температура. Выходите, опять тепло. О, чуть не вымерла. Вот эти печенья тоже. Сейчас будем сразу читать. Так. Пальмовое масло. Пальмовое и... О, канола. О. Что канола, что пальмовое, это все херня. Дальше, значит, смотрим, что есть сахар. И есть... Так. Artificial flavor, то есть искусственный добавленный вкус. И, конечно же, cornstarch. Вот он, cornstarch. И какие-то фотофосфины, фахринены. Короче, $10. И еда несъедобная, потому что тут cornstarch. И хотя бы здесь нет modified corn сиропа. В этих печеньях они, по крайней мере, явно полезнее, чем... О, господи, чем эти пончики, которые я показывала. Вот эти все торты, та же самая песня. Если посмотрите на ингредиенты, вот список ингредиентов. Не то, что, знаете, мука, масло... Там творог или там что-нибудь. Вот это вот список ингредиентов. Это есть нельзя. Это яд. В этих магазинах нельзя покупать ничего. Так, давайте посмотрим на хлеб. Ну, пончики, да, вот эти донаты. Давайте глянем. Ингредиенты. Ну, тоже, вот смотрите, вот список ингредиентов. И мы здесь видим сахар. Так. Канола или пальмовое масло. Соябин. И какие-то malted tricksy, malted elixir. Ritual malted barley. Рибофлавин. Даже не знаю, что это такое. Энзимы какие-то. Ну, по крайней мере, тоже нет корнстрача, но... сахар и всякие другие химикаты в нем находятся. Так, сейчас мясо посмотрим. Я, знаете, что ищу? У них есть готовые курицы, которые уже пожарены. Иногда бывает, что органические. Вот их мы посмотрим, да.
Так, вот обычный хлеб, да? Ну, это артезианский, он вроде более-менее натуральный должен быть. Вода, соль, дрожжи, барли флаур, это барли, так, ну, перловка. Ну, вот это вот более-менее unbleached мука, то есть мука не затронутая хлоркой, это хлором бличат они. Так, мясо давайте посмотрим, у меня нет мяса. Вот, значит, это органическое, то есть без добавки антибиотиков, без гормонов. 19,89, здесь входит сюда за паунд 4,95, нет, почти 5 долларов за паунд. 19,89, здесь будет пакет вот такой. Что, вот это все? Три штуки? Я-то губу раскатала, я думала, штуки 4 будет. Нифига, три штуки только. За 20 долларов. Вот три штуки за 20 долларов. Ну, почти 1,5 килограмма за 20 долларов. Это органик, потому что без этих, без плохих ингредиентов. Так, мне надо найти курицу. Пахнет едой. Я думаю, что курицы где-то есть. Тортики мы не берем, мы на них игнорируем. Мясо можно глянуть. Так, мясо. Вот это всякие стейки, у меня сын любит их. 34 доллара, ребята. Ну, тут, конечно, есть мясо. 34. 5,39 за килограмм. Ну, тоже это не написано, что это органик. Это, видимо, не органик. Вот 30 долларов на этот, например, картошку с мясом, да, вот такую вот. Это самая хреняра. Ну, тут ее много. Или вот такую взять, самой порезать. Наверное, если порезать, дешевле будет, серьезно, чем вот так брать. Так, мне надо, я хотела органик, но я чуть не вижу органик. Возьмем вот этот, порежем на картошку с мясом, на плов. Может быть, мы свинину не берем, на плов. А, вон курицы. Сейчас мы ломанемся туда. Во-первых, давайте глянем, может быть, я ошибаюсь, а где-то есть органическое это мясо. Турки органические только, куры есть. Так, буду критиковать. Значит, смотрите, вот куры. Этот за 2, 31, 13. За 2, смотрите, вот такие большие органические куры, 31, 13. Здесь 10 ЛБС. То есть, грубо говоря, ну, около 5 килограммов, да? 5 килограмм за 30 долларов. Я смотрела видео, там этот Славик, какой-то трак-драйвер Славик, который доказывал мне, что очень дешевые курицы в Костка и по сравнению с Россией, что в России там надо работать долго, а тут пошел, там час поработал, и у тебя курица в кармане. Я не знаю, посмотрела в Техасе, ребята, в Техасе зарплата 7,50 в час. Эти две курицы стоят 30 долларов. То есть надо целый день проработать, чтобы купить эти курицы. А в России курицу, я не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, я видела курицы. Так, это грудки. Куриные грудки. 5,99 за паунд. То есть за такую упаковку вот 31,75. Здесь несколько этих куринок, этих грудок. 30, вот сейчас. 31,75. И он мне что-то доказывал, что в России, значит, очень сложно заработать на курицу. Может, я ошибаюсь. Я потом зашла, вот буквально вчера или позавчера, на веб-сайт и посмотрела, почем курицы, значит, в России в магазинах. И, в общем, они 200 рублей были. Целая курица большая, органичная, ну, домашняя. 200 рублей. Это 2 доллара. Здесь 30 долларов, да, ну, две курицы, ну, пусть 15 долларов курица. Я не думала, что там нужно очень долго работать кассирше, чтобы заработать 2 доллара на курицу. Потом он сказал, что цыплята по 5 долларов. Ну, покажите, где. Вот он сказал, что костка цыплята по 5 долларов. Я зашла, хотела проверить, действительно ли так, да. Вот они, так это Винг 645. А, вот они, да, вот они, 4,99. Вот эти, а вот эти. Ага, 14,60. Смотрим. 14,60. Ага, вот эти вот чикины, видимо, 5 долларов. Вот они.
Ну, я возьму две. Завтра еду в Оклахому, кстати, сделаю вам видео. Вот. И одну сыну. А одну, наверное, крылышки. Вот 16-10 крылышки. Что еще есть? А это ребра. Вот 26-21. Не подавите с ребрами. Ребятки. Вот. А куры ничего, да, держит. Держит коска, реально. Я только хотела на Славика наехать за кур, но куры оказались действительно по $5. А вы видели мое видео? Если не видели, посмотрите, ссылочка будет в описании. Из магазина, который называется... Называется магазин Крогер. Там куры были по $8-9. Еще такие есть большие блюда итальянской еды с такими стефтелями по $20. На большую семью салаты, креветки всякие. Это нам слишком много на семью. О, что-то ничего вкусного не вижу. Еда в Америке просто писец. Она несъедобная. Одна это салса дурацкая. Это все мексиканское. Да, это их салат картофельный, который его есть невозможно. Вот это вот чикен Альфредо за 18.32. Более-менее съедобно, наверное. Но там одна паста. Есть 23, так, энчилада, 23.36. Вот такая большая хрень энчилада. Там, наверное, рис. Так, опять считайте, сколько ингредиентов. И я уже сразу вижу. Так, корн. Sugar, dexedrine, какой-то modified food starch. Видите, чем кормят людей? Modified food starch, potato, tapioca. Все, что modified, это все GMO. Короче, не берите еду эту в этом, в Костко. Так, вот смотрите, здесь этот meatloaf, это типа большая такая котлета с пюрешкой. К нему идет два куска масла таких, читаем. Что в него входит? Potato, potassium sorbent, винегар, корн сироп. А, high fructose, корн сироп. Хотя бы они пишут. Представляете, как можно обожраться, если тут геномодифицированный корн сироп добавлен. Это все. Вот они сейчас купят, семью накормят вот этим всем, и все будут жирные. Вот как вот этот вот мужик. Они такие жирники ходят, и тетки, и мужики просто направо-налево. В общем, знать нечего. Ага, есть этот, ну, наш, по-нашему, перец фаршированный. Bell pepper, stuffed bell pepper. $15. Что входит? Моцарелла, чиз. Sugar, salt, brown sugar, bell pepper, parmesan, salt. The dried parsley процесс. Ну вот это хотя бы более-менее что-то съедобное, to be honest. Равиоли, лазанья, тоже смотрите, какое количество ингредиентов. А потом это мне пишут, что ты там Россию восхваляешь. Слушайте, открываю банку, да, сейчас мы дадим какую-нибудь банку огурцов, я посмотрим, что в этих огурцах в Америке. Там, значит, было так, открываю банку огурцов, да, в России, закатанную, написано, вода, винегрет, значит, соль, перец, так, гвакамоле. Опять, кто любит гвакамоле, поставьте плюс. Мы любим гвакамоле. Если вы не знаете, что такое гвакамоле, дайте нам знать. Я вам приготовлю гвакамоле, покажу. Это техасская еда. В Техасе вы не можете жить без гвакамоле. Я приехала, я знать не знала, что такое гвакамоле. Я теперь без нее не могу жить. И гвакамоле это просто то, что нужно есть людям в Техасе. Ты не техасец, если ты не ешь гвакамоле. Я помню, приехала, я говорю, что это за дрянь такая? Какой-то авокадо расплющенное. Кому это надо, кто это ест? А что вы думаете, теперь я лопаю? За милую душу, это моя любимая еда теперь, это гвакамоле. Так, сыры. Что за сыр такой большой? Гауда, что ли? Так, все это мне не надо. А, ну вот такой сыр хороший. Ну блин, куски, ребята. $13. Ну так это кусок, у меня холодильник не влезет. Вот в чем проблема. А вот эти вот вкусные. Это набор разных испанских сыров. Разлетается на ура. Наверное, надо два таких брать, я думаю.
Это как у меня дочка с мужем, да? Мне так непривычно говорить, что он с мужем. Я привыкла, что он был жених, и вдруг стал мужем. Она, я сварила борщ, день матери был в воскресенье, я сварила борщ, она говорит, мам, прием, тебя поздравляют, купили тебе подарок на день этот, матери. Что, как ты там, что ты там занимаешься? Я говорю, борщ варю. Она, ну все, мы тогда хотели тебя позвать в ресторан, отметить. Ну раз ты варишь борщ, то мы идем к тебе. В общем, они заехали в русский магазин, купили бутылку хлеба. А, не забудьте, что бутылка хлеба в Америке, в русском магазине стоит $6. Булка хлеба черного. И этот кваса купили, $8, 2 литра, да, кваса. И купили квас. Ага, вот огурцы. Ну, давайте на них посмотрим, что в огурцы входит. Ну, это, наверное, натурально, потому что у них холодильники стоят. Ой, какие тяжелые. Так. Ингредиенты. Вода. Кальциум, хлорайн, сорбин, бензолайт. Ребята, слышите, вы такого в России не увидите. Сорбин, бензолайт. Может, это вместо уксуса? Natural flour, free trade paper, сорбент какой-то, аллергенин. Так, что-то как-то не то. Ага, это сыры. Хочется еще полазить, но времени мало. Я уже купила цыплят. Уже нету желания сильно ходить, а хочется глянуть, что еще есть. А знаете, что у меня не было? У меня закончилось масло, я забыла, органик масло. Ого! Раньше по такой цене стоило только, ребята. Блин, придется идти в русский магазин за кубанским маслом. Раньше по такой цене, ребятки, стоило только... Блин, а это $22. Это из... Нет, это оливковое. Оливковое, ничего себе. Пожиги. Кто санкции наложил на Америку? Так, сметана. Чуть не проскочила. Органик здесь нету. Сметаны. Придется брать такую. О, что-то большие какие-то. Совсем сметаны. Ну, куда? Ну, куда мне такую здоровую? Блин, все. Не возьму. Не беру. Так, крем-чиз. Скотланд был. Вот надо было здесь брать этот крем-чиз. Да, ну ты банки просто нереальные, большие. Мне такая не нужна банка. А без сметаны тоже печально. Я, по-моему, не взяла сметану. Я взяла? Нет, я взяла. Я, по-моему, взяла в этом. Trader Joe. Так. Trader Joe я взяла. Не надо мне говорить, что я не взяла. Органик. Apple cider нам не надо. Воду я уже купила. Тоже мне не надо. Питым. Тут, знаете, порой не знаешь, что надо. И не знаешь, где что стоит. Поэтому так вот циркулируешь. У меня там куча дел сегодня. Мне там уже люди ждут. По делам. Я тут циркулирую. Из этого костка выйти просто так нельзя. Он как магнит. Ему хочется все обойти, все посмотреть. Ты-ты-ты-ты. Так. Органик. Вот maple syrup. Ого. Это хороший. Гляньте, это $13. Органик сироп. А я купила уже сегодня в этом Trader Joe. Вот, блин. И тоже вот органик. Вот такая большая бутылка. Кстати, он открытый, он не как мед, он не стоит долго, этот сироп. Он не стоит долго открытый, его надо быстро употреблять, иначе он пропадает. Так, ну это всякие там мюсли, хрюсли, ага, чипсы, сисолт. Так, раз, вот надо что взять, органик. Вот это надо брать, ребята. А почем? $7 упаковка. Вообще, что ли, потурили? А что делать? А что делать, если я купила гуакамоле? Гуакамоле. Гуак. Гуакамоле. Есть такая пословица, не хули, хули-мули, гуакамоле. Хули-мули, гуакамоле. Да еще видали, красотки? Мексиканки. По-английски не жужжат. Ты-ты-ты. Ну что еще, ребята, нам надо? Блин, я точно становлюсь Алексом Брежневым. Начинаю шляться туда-сюда. Так, Organic Whole Milk. Мёнда Evaporated. Я люблю Evaporated Milk. Это чоку вообще не ту. Не ту.
Блин, вы знаете, физкультуру не надо. Так пока обойдешь это все дело. Так, drive-thru. Я хотела еще заехать в банк, показать вам, как... Вот, тоже, видите, народ какого. Вот это то, что которые ели эти плохого качества еду, они становятся вот такими. И едят всю вот эту хрень. Так, папайя. Сейчас, наверное, тут что-то сушеное. Надо читать все ингредиенты. Если не читать, можно... Я люблю папайю сушеную, но бывает они такую гадость ее судят. Сейчас, да, не называли сахар или нет. Ты. Ну, где? Где? Смотрите, содержание где? Я должна прочитать содержание. Ага, папайя, сахар. Ну, это ладно, ну, с сахаром. Могли сделать просто обычный, без сахара? Нет, надо сахара насыпать. Так, мука всякая, какие-то. Ага. Какая некрасивая, $12 этот изюма упаковка. Тоже цены повысились прямо очень сильно, ребятки. Так, курицы мы купили. Я даже не знаю, что мне еще надо. Я уже вроде все купила. То, что мне надо, потихоньку двигаюсь на выход. Заодно поглядываю по сторонам, потому что я не вернул. Когда тебе что-то еще понадобится. А может что-то понадобится в любой момент. Индусы. Лексиц. Так, это все рисы. Рис. Я хотела глянуть эти огурцы в банках, которые закрученные. И какие-то, знаете, были тут блинчики одно время, французские. Блинчики, крейп называются. Это, кстати, это не грудки, нет, не грудки. Не грудки были, куриные грудки. И вот эти вот блинчики, которые называются крейпс. Их берешь, и потом можно в них заворачивать начинку. Ну, то как бы, если нет времени, вот это, самому жарить. Блины или готовить завтрак? Что-то я ничего не вижу. Куда я... Они раньше тут вот в самом конце стояли, и я их не наблюдаю. А, также не наблюдаю этих огурцов, которые я хотела. А, вот сладкие. Сейчас сладости пошли. Хотя бы, если, знаете, это сделано, если во Франции, то есть надежда, что это хоть что-то более-менее полезное. Так, вот тут где-то должны они быть. Эти французские хрени. Вот они. По-моему. Смотрите, вот они, эти блинчики. У меня ребенок любит их. Это, значит, с шоколадом. Цена $8 за одни. Эти с шоколадом, эти... так, тоже шоколадные, блин. Были раньше с блуберами еще. И были, знаете, какие? Без ничего. Сейчас глянем. Нет, все шоколадные. Почему все шоколадные? Ну то ладно, возьму этих двух шоколадных, ребенок у меня любит. А эти знаю точно, что ингредиенты нормальные будут. Так, смотрите, это с Франции. Сахар, икс, масло, какао, подсолнуха масло, азелнат, санфлаур, литин. Да, нету. Ну это прям французские, видите, они вот... И написано, что no GMO. Короче, если это с Европы, можно смело брать. Я сразу предупреждаю, берите. Даже не задумываясь, 100% GMO не будет. Вот, вот, видите, прямо французский флаг. Это можно есть. Все, что... А, вот они тоже, вот такие мини-панкейки. А я искала блины. Это вафли. А что, блины бельгийские, да, вафли? Вот бельгийские вафли тоже будут нормальными. Все, что вот не сделано в Америке, это все есть можно. А все, что сделано в Америке, есть нельзя. Ну, мини-панкейки замечательно, конечно, тоже французские. Эти написано Made in France. Блинчики. Но я-то хотела обычные блины, которые были такие, знаете, тонкие, раскатанные блины. И их можно было в начинке заворачивать. Ага, даже хлеб есть какой-то.
Тейк-н-брейк. А тейк-н-брейк, это надо еще ее жарить, этот хлеб. А вот это все, наверное, гадость. Хотя написано этот глютен-фри. А это что? Давай, вот это булочки. Вот этот хлеб будет стоять годами, никогда не пропадет. Потому что все это сделано неизведанно с чего. Это индусская вариант, индусский вариант. Видите, наны, это индусы, это что едят. Вот, а это вот, вот такие вот гамбурные булочки. Это будет лежать год. Ничего с ним не случится. Сейчас я вам ингредиенты прочитаю. Так, читаем. Момонджи какой-то, фолик асид, грейн, целлулоза. Знаете, что такое целлулоза? Ребята, целлулоза – это бумага. То есть для наполнителя они используют, мало того, что соябин – это соя, да? Еще они используют целлулозу. Как... И какой-то монокалциум фосфат. Вообще то, что если сказано целлулоза, боже, можете это не брать. Оно будет лежать 100 лет, и ничего с ним не будет, не будет портиться. То есть должно брать, чтобы было написано органик. Вот это тоже, наверное, дерьмо. Такого же плана. Читаем ингредиенты. А, сахар. Калциум фосфат какой-то. Моноксид фосфат. Хрисид, потасиумы какие-то. Enriched flour, bleached, enriched. Ну, так, на ваш риск. Я бы не брала. Вот. И вот это все, что вот это вот сделано в Техасе, это тоже ничего хорошего тут не будет. Если не написано органик, можно вообще не брать больше. Вот это будет, может, что-то более-менее. Так, сейчас посмотрим. Ну, это вот зеленым написано органик. Органик, но сахар, органик ты, органик это, органик масаус, солт, органик ты, черри паудер, это ты. Да, вот это нормально. Единственное, что сахар есть. Но нету корн-сиропа. Вот. Вот такой можно брать и с него делать тосты. Но мне вчера дети принесли с русского магазина за 8, за 7 долларов, 6 копейками доллара булку черного хлеба. Поэтому мы будем есть ее. И вот такие французские эти самые, вместо моих крейпов, блинчиков, которых я хотела, будем есть эти оладики с вареньем без сахара. Ну, это я довольна. Меня сын любит, знаете, такое. Ну, я как бы сладкого хочется ему, но он старается мучное не есть. А если мучное, то я стараюсь убедиться, что оно хорошего качества и без всяких корн-сиропов и так далее. В общем, в Америке в магазин, чтобы сходить, надо сначала прочитать все ингредиенты, иначе вам здоровья не видать. А в Кока-Коле сегодня смотрела, так там вообще конкретно написано, что этот, как его называют, ну, корн-сироп в Кока-Коле добавлен. Вот так вот. Масло, это рыбное масло, $22. Рыбежи, короче, рыбное масло. Забыла, как называется. Все, не буду больше ничего покупать. Я бы, конечно, еще час бы, наверное, проходила. Во-первых, у меня сейчас есть батарейка. Во-вторых, я уже есть хочу, прям не могу. Вот, знаете, сколько людей, которые стоят, чтобы и закупаются все это бешеными какими-то очередями. I probably go to one of those lines. Mm-hmm. Ну, за этим мужиком встал. У того пустая корзинка пустая. У этого мало вещей. Так. Буду за ним стоять. А вот это вот стоят люди в очереди на чекаут, на селф-чекаут. Это когда ты сам проходишь. Он мужик передумал и свалил. И отлично. То, что нам и надо. У этого пустая тележка. А вот этих, конечно, много накупили. Наверное, вечеринка у них какая-то. Посмотрите, как люди одеты, повторяю. Народ вообще на одежду просто всем на класть. Всем пофигу, понимаете? Это не только там, что вот эта костка, да? В любое место вы идите, все так одеты будут. А
Вот индусы, они все толстые, вообще конкретно толстые. Я не знаю, они вообще существуют, не толстые индусы или нет. Потому что индусы работают программистами, они целый день сидят, ну, либо в IT. Они целый день сидят, сиднем, и времени у них ходить в спортзалы нету никакого. Вот. Are you filming? No, I'm talking to Skype. So you're not filming right no, now? No. Okay, you can't have any cameras in the building. Okay. Так, это все, что я купила сегодня в Костко. Значит, смотрите, вот квитанция и вот стоимость. Не забываем, что сама карточка членская Костко стоит $65. Значит, ничего особо не купила, но есть мясо. Есть мясо, две курицы по $5. Бутылка вина, помидоры, немножко цыпленка, виноград, клубника, оттуда все, черешня. Ну вот тебе, пожалуйста, как спустя $219.60. Я вообще ни разу не счастлива с этой ценой. Пустая тележка. Пустая тележка, $200. Вот так вот. И карточка сама $60. Мне нужно было обновить, у меня закончилось, пока была в России членство. Пришлось доплатить еще $60. Кошмар. А еще меня чуть не загребли вы там. За то, что я снимала, прибежал менеджер. Пришлось быстренько репортаж прекратить. Поэтому всех снимающих Костко, как говорится, поздравляю всем, что мы не закончили, что нас не забрали телефоны и не удалили видео. Это хорошо, кто-то смог выжить этот стрессовую ситуацию. Все, всем пока, до встречи, пишите комментарии. Смотрите, какая симпатичная поехала красненькая Тесла. Все, что тут из машин, только симпатичная Тесла, все остальное смотреть не на что. Всем до встречи, пока.